Вы используете 4 вида, насколько я понимаю, связи, да, телефонной? 4 вида. 4, да? Ну, так, может, 2-3. Это включая космическую? Да нет, никакой космической нет. А что это за канал? Ну, смотрите, связь какая. Вот, допустим, если мобильная связь, если есть подсоединение через спутник, может идти, а может соединение быть через интернет, а может еще какое-то соединение. То есть вопрос соединений. Да, вот я не знаю, здесь какое соединение, космическое или обычный проводной. Ну, когда вам интернет. Надо поговорить на очень деликатную тему, какую связь вы используете? У нас есть вот специальная закрытая связь, VPN-овская. Вот, кстати, телефончик стоит. И она не слушается? Не слушается. И вы в этом уверены? С 2000 года. Мы ее пользуемся. Привет всем, да? Да, с 2000 года. Переговоры с рядом людей, вы выкладываете с рядом больших людей, вы или не вы, выкладываются они в интернет. Это вы выкладываете или нет? Нет, точно не я. А когда вы слышите свои переговоры с кем-то в интернете, какие у вас ощущения? Ну, я когда с кем-то в интернете, я своих разговоров не слышал еще. По мобильной связи я слышал. Очень много выложено в интернете. Это GSM-связь, это не интернет. Так, ну когда вы слышите их ощущения? Ну, как смешно звучит, потому что когда я проводил эти разговоры, я отдавал себе отчет в том, что они вполне могут записываться. Отдавали отчет? Ну, конечно. То есть вы еще и умный вдобавок. Ну, когда надо кому-то что-то сказать, я пользуюсь GSM-ом.